Меня интересная новость, ну, во всяком случае, для меня интересная новость. Всем привет еще раз. Буквально сегодня мой подписчик на Яндекс.Канале, на Яндекс.Дзене, Алексей Трегубов, написал мне сообщение, не я ли участвовал там, вот, не вас ли показывали сегодня на НТВ. Я был приятно удивлен, спросил его, где что, вот он мне подсказал, сегодня в утренних новостях в 10 часов утра, оказывается, мы немножечко с вами поучаствовали. Там буквально фрагменте, конечно, доля секунды, но, знаете, все равно приятно уже на РЕН-ТВ, а, на ТВ-центре мы уже были, кажется, или РЕН-ТВ, я не помню, теперь на НТВ. Вот. А тут реклама, сейчас, момент. Я же говорил, они существуют. Это не я. Это точно не я. Да что такое, по две рекламы. Да существует, они существуют. Ставший центром вот новогоднего отдыха Сочи побил олимпийский рекорд. За каникулы курорт вот посетили мой 300 вот тысяч мой человек. Людей очень много. Напоминаю, январь. Январь в Сочи. Маски спущены на подбородок. Ну как бы на этом все, но все равно приятно. Хотя бы маленький фрагментик на НТВ. Ну конечно, никто там не будет вставлять там, что это наш канал. Ну да, ладно. Ничего, мне не жалко. Так что вот такая вот приятная новость. На ночь глядя. Всем пока. Всем спасибо за внимание.